Задержали то, что телефон вытащил из кармана. Они стали, я подошла, забрала у женщины телефон из кармана. Мы шли на остановку с подругой мимо молочного корпуса. Я начала искать телефон, а его нет. И тогда по телефону подруги сообщили, что телефон нашли. Я не верю, что такие чудеса бывают. Ну, спасибо полиции, но они вообще бесподобно сработали. Я вообще не знаю, что такое бывает вообще. Ответил работник полиции, сказал: меня зовут Андрей, я нахожусь внутри молочного корпуса, вы сюда подходите, я к вам выйду. Мы подошли, перезвонили еще раз, он вышел. И все, и тут как бы спокойно все началось. Оказывается, телефон в надежных руках оказался. И слава богу, да, спасибо большое, что так получилось, что мы даже и телефон обратно получим.